Здорово, народ! Сегодня хочу рассказать про еще один интересный твик под названием Sabu. Ну, в общем, вы можете прочитать его название, я не могу его выговорить. Твик, естественно, платный, стоит доллар. Стоит он того? На самом деле нет. Сейчас покажу, что он делает. А делает он следующее. Он позволяет сделать ваш экран блокировки более компактным. То есть, видите, все уменьшается до более компактного размера. Более того, в настройках у нас присутствуют небольшие настройки. Это, естественно, само включение и отключение этого твика. Все работает без респринга, то есть без перезагрузки рабочего стола спрингборда. Можно включить часы, то есть, чтобы это работало. Вот, видите, обычно. Потом можно, кстати, убрать дату, остаются одни часы. Будет вообще тоненько. Ну, может быть, кому-то хочется полностью минимализма. И включение для слайдера. Ну, мне нравится все. Так что, в принципе, советую посмотреть этот твик на бесплатных репозиториях. Спасибо, что посмотрели этот обзор. Всего хорошего. Покедова.